херня. Пластинки. Я снимаю серое документальное кино, как ты засовываешь чеснок в мясо. Что это за звук? Мне кажется, мясо пернуло. Давай, пихай глубже, серый. А это я чистил. Да-да-да. Мы улетаем в бездну. Серег, не ходи в кадр. Серег, зачем ты в кадре? В бездну улетаем, в бездну. В магазин. Себя снимаю. Кстати, нелегально. Так было, в Германии нет. Давай, хуй. Типа, я тебе сейчас должен... Я тебе должен сейчас 2000 заплатить, да? Нет. Итак, мы начинаем наш видеодневник. Где? Немецкая кола? Есть. Есть всякие типа апфелькирш, это яблоко черш. Мы вернемся по. Серег, скажи пару слов для наших телезрителей. На немецком? У тебя нос грязный, у тебя нос в шоколаде. Да, покажи. Серьезно? Немножко, как будто накакали. Тебя тоже. А там вообще урод. Что ты делаешь? Ну, не грязно. Ладно. Мы в прачке. Только долго не смотри на крутящийся барабан. А то вырвет. Мы еще вернемся. Мы стирали и сушили Серегины вещи. Вот не падай. А теперь складываем их обратно. Обратно. Он обливал ковер, чтоб вы понимали. Господи. Мы к вам еще вернемся. Hey. Wanna hear the most annoying sound in the world? А мы возвращаемся к видеоблогу. А мы в порту. О, у Серега грязное стекло. Мы в порту. Ну почти. Ну да, плохая идея. Роб, сними меня, я покажу фокус. Я почти вижу, что так ездить нельзя. Называется внезапная сосиска. Почти проткнул. Тут музей машин. Мы еще вернемся. Да. Громче, громче. Да. Нет, мы попали в аварию, шучу. Итак, мы вернулись. Леха пытается выполнить челлендж. Поздравляем, похлопаем. Для телезрителей, которые не в курсе, мы на пивоварне, на дегустации. Будем пробовать пивасик. Вы готовы пробовать пивасик? Пивасик. Пробовать пивасик. Вы готовы пробовать пивасик? I already bring you two beers. The first beer goes on the white beer mat, so we can distinguish them afterwards. What is that? No, don't touch it. Don't touch it. Don't touch it. Мы еще вернемся. Хватит жрать. Дегустация в самом разгаре. Вы видите, мы уже много выпили. Лёх, сделал пьяный вид. Мы уже много очень выпили. Бухаем без остановки. Есть новое пиво, которое еще нет в продаже. Бекс Ред Але. Чувак, ты его сейчас спалишь и типа? И мне дадут пизды. Ладно, я еще вернусь. Итак, мы закончили дегустацию. Все курят.
закончили дегустацию. Теперь идем домой. I did it with Vovaka stuff. It was fucking awesome. They're like, the ship is like dripping. Нам хорошо. And the guy, мы еще вернемся. Итак, мы в говно. Who's next? Come on, man. First person shoots it. Okay. Ow! Okay, wait a minute. Yeah, I'm ready. I will be the fourth wheel. Wait. Okay, I'm ready. Hey, wait, just a photo. Yeah, dude. I'm ready. Too fast, too furious. Tokyo Drift. Look, mom, I'm riding. Тихо, тихо. Вы меня на светофор не кидаете. Итак, мы в Икее. Кто-нибудь знал, что в Икее есть продуктовый? Пам-пам-пам. Продукты, продукты. И там есть еще кафешка. Можно взять хот-дог. У нее корона, все в порядке. А там сам магазин. Черт возьми, я первый раз в жизни в Икее. Икея. Икея. А ты слышал, что в Икее есть бесплатные карандаши? А, да, и линейки. Идем и... искать бесплатные карандаши. Они в мебель. Идем да. За карандашами. Мы еще к вам вернемся. Да, вообще. Мы все еще в Икее. У меня есть карандаши. Да. И лимонад. Вы все знаете, Икея – родина бесплатных карандашей. Три. Нужно больше. Три, пять. Бери все. Сколько? Смотри, еще бесплатная линейка. Бесплатная линейка. Она мягкая. Карандаши. Все, я пошел. Она мягкая. Не хватит. Итак, мы новый день, мы проснулись. И мы приехали на блошинку. Здесь изи. Торгуемся. Лёх, ты готов торговаться? Yes, my friend. А ты готов торговаться? It's Mr. Kaupen. Чё? Серый, готов торговаться? Серый, какое правило? Больше 5 ничего не берем. 5 евро максимум. Лёхино правило быть борзым. Если дороже 5 евро, нам это не нужно. Мы еще к вам вернемся, когда что-нибудь найдем. Друзья, мы нашли бабу на чили. Покажи стрёмную лысую. Пиздец обгоревший. Да хватит смотреть. Я теперь не усну ночью. Мы были на барахолке. Здесь вы еще можете посмотреть. Так много, да? В общем, итак, друзья, кто что сегодня купил на барахолке? Девственность. Неплохо. Открыто. Неплохо. Две открытия. Хелло, у нас победитель. 4 пластинки. Ладно, ты выиграл. И я ничего. Потому что ебаные турки не хотят торговаться. Блядь, ну серьезно. Это несправедливо. Ладно, мы к вам еще вернемся. Мы на дамбе. О, снимаем друг друга. Там озеро. Мы на дамбе. Там очень классное озеро. Дамба. Ой, уронил телефон. Там вода льется. Так делают пиво. Серегина шутка. Правда, не смешно. О, там еще вода. Я вода. Вода. Я волна. Мы еще вернемся к вам. Теперь повтори это на камеру. Я хотел сказать, хорошо время проводить. Ребятки, там Нептун с писькой будет. Где? Там даже вот это.
памятник фонтан с русалками. Итак, мы вернулись. Пространство. Все такие вокруг него ходят. Итак, мы на площади. Как эта площадь называется? Площадь Каримат. Потому что здесь сосиски продаются. Радплац. Радплац? Ну, типа не Радплац, Радплац. Там это... Радплац. Смотрите, это Радплац. Но хайн Радплац. Мы еще вернемся. Антик какает. Итак, мы все еще на площади. Это рыба амеба, она очень странная. А это фонтан? Это фонтан. Это русалки, которых пидорасит по жесткому. Видите эту русалку? Наверняка перебрала. А тут кони, Посейдон. Как вы видите, у Посейдона есть писька. И не только у Посейдона. Какой-то чувак. И что мы видим? Правильно, писька. Двухмерная писька. Это все странно. Мы к вам еще вернемся. А, полиция! Виу! Между лошадей с таким же лицом встанет. Да. Да, вот офигенно. Сейчас, секунду. А я вижу сходство. Посейдон вставил письку в тебя? Видите, Лорен, видите? Лёх, мы должны это сделать. Сейчас она уйдет. Приятного аппетита. Guten Appetit, mein kleiner Freund. Лёх. Но спали. Gli amici della vedetta ammirata da tutti noi, questa gemma propria della nostra cultura sarà nata. Не поверите. Но мы сюда идем. Погнали. Впечатления, друзья. Я привык. Не первый раз. Это. А, еще раз? Ну пошли. Возвращаемся. Возможно, это... Знаете, где мы? Знаете. Здесь. Возможно, это не чистые ослы, а типа ишаки или. О, это точно, это ишак. Как ты? Ты тоже ишак. Это ты грыз там, да? Я приближу его, давай, господа, чтобы вы увидели. А я не могу. А почему ишаки жрут дерево? Объясните мне. Странно и подозрительно. Мы еще вернемся. Вернемся. Ой. Сейчас вы увидите крутое. Козел-прокурист. Это все. Ребят, не поверите, но мы нашли белочку. Это было не после алкоголя. Смотрите. Не после она алкоголя. Прячет наркоту. Видите? Нож, который отобрал. Наркотики. Ты же это никогда не смонтируешь. Никогда не. Это такое рядом. Наркоман. Ладно, мы еще вернемся. Наверное, не уверен. Друзья, наша излюбленная рубрика «Дебилы дня». Как им весело, господи. Ну, мы к вам еще вернемся. До скорых встреч. Уже прошло 2 часа, они все здесь сидят. Сколько можно, ей-богу. 2 часа.